Всем здорово, мои кровожадные друзья, с вами спикеры, и ночной ужас начинается в игре Dead by Daylight. Сегодня у нас будет призрак, сегодня у нас новогоднее настроение, и давайте же начнется наша охота. Начнем истреблять выживших, устраивайтесь поудобнее, и наша охотка начинается. Погнали! Раз, два, три, четыре, пять, мы идем тебя искать. Мы в лесу, и наша охота начинается. Наступает ночь, и начинаем пугаться, друзья. Устраивайтесь поудобнее, охота начинается. И сегодня, друзья, против нас будет единственный персонаж, это Мэг Томас. То есть все четыре выживших будут именно Мэг Томас, разные прически, разные одежды, но это будет одна та самая. Одна та самая и неповторимая, единственная. Найдем Мэг Томас, будем ее уничтожать. Четыре раза подряд. Ну что, у нас сегодня призрак, у нас сегодня будет, надеюсь, интересная охотка. Я слышу шум, кстати. Шум неподалеку, и я вижу Мэг Томас. Я бегу за ней. Я бегу за ней, я бегу за тобой уже. Она меня видит, походу. Она чувствует меня. Я чувствую ее запах. Какой запах твоих духов. Ну-ка, друзья, появляемся, и начнется пробежка. Побежим маленько, побегаем уже, наверное, в доме. Неудачное место, конечно, но что ж поделаешь. Мы пробежимся вот сюда. Наша жертва убежала куда-то вот сюда. Она пробежала туда и убежала куда-то. О, бегает! Она бегает вокруг да около, а я за тобой. Она через окошко, и я снова за тобой. Нет, друзья, она побежала вот сюда. Она побежала вот сюда, и нужно пора уже исчезать. Она пошла наверх. Я вижу следы наверх. Пойдем проверим наверху. Я вижу кровь. Я вижу кровь. Точно, я вижу кровь. Я чувствую кровь. Где-то тут неподалеку она заныкалась, друзья. Появляемся. Да-да-да-да-да. Я промахнулся, что ли? Друзья, я промахнулся, и я, походу, ее потерял. Буквально чуток, и я ее потерял, и куда-то она испарилась. Нет, вот она. Мы беремся обратно в окошко. И куда? Она обратно в окошко, и обратно в окошко. Куда же ныкалась-то? Нету, пробежала, и куда же-то? Вот она, моя голубушка. Она ушла оттуда. Какая азартная Мэг Томас. Уже починили генератор, и я бегаю все за Мэг, и не могу ее найти. Где-то тут... О-о-о-о-о-о! Вижу, вижу, вижу! Отлично, мне нравится ходка, я вижу новую жертву. Но все-таки у меня сегодня будет Мэг Томас, и все-таки я ее взял. Осталось три генератора, и мои дела плохи, потому что я только взял одну Мэг. Мне нужно найти еще троих, и, конечно, их будем тоже истреблять. Я вижу, есть крюк, будем, конечно, вешать, будем... Спокойно. Сопротивляется, но ничего страшного, моя хорошая. Сейчас ты будешь висеть у меня вот тут, на крючке. Есть первая жертва, ребята, вижу, дружные, чинят генераторы и очень дружно все это дело быстро чинят. А помогать, интересно, будет друг друга? Сейчас проверим и эту ходку. Можно, по идее, в принципе, исчезнуть и появиться уже в внезапном месте. Ждем, ждем нашу жертву, ждем уже, пока она будет страдать, мучиться. Они смогут починить два генератора, это точно, пока она будет страдать. Да, починили еще генератор и смогут еще один починить. Но я, наверное, все-таки это дело вот так сделаю, и мы испаримся. Будем ждать нашу жертву. Ребята, ну появитесь где-нибудь. Нет, они очень хитрые, они очень умны. У нас сегодня реально все Мэг, и все очень умны и коварные. Женская... Работает сегодня женская интуиция. Ребята, куда вы заныкались? Давайте же появляйтесь. 5% практически уже съела сущность. И осталось буквально чуток. Никто не пытается тебя спасти? О, нет, 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 нет. Все-таки я тут появляюсь. Смотри, как нежданчик был. Это просто нежданчик. И что же? Что же она будет делать-то? Нет, я ее взял все-таки. А сущность будет все-таки ее забирать до конца. Да, она висит. Она все-таки висит. Я пошел к другому крючку. Ну, в принципе, неподалеку. Ты будешь страдать мучительной смертью. А у нас тут есть две жертвы. И находится... Нет, все-таки ее спустили. Смотри-ка. Дружная команда. Мне нравится это. Так, убежали направо. Я вижу тебя. Это свежее мясо. Это свежее мясо. Нет, не побегу я слишком далеко. Я пойду держать нашу жертву. Ох, будет долго снова висеть. Два генератора осталось. И свежее мясо будет слишком долго висеть. В лес, конечно, хорошая карта. Все видно прекрасно. У нас есть хромая лошадка. И где-то она бегает. Либо он ее сейчас залечит. Тут у нас никого нету. И ребята, видимо, да, не полечили ее. Совершенно верно. У меня тоже есть интуиция. У меня тоже есть интуиция. И тоже маленько.
Все, валяется новое. Новое свежее мясо, и снова ее берем. Берем его третье уже мясом, и вешаем на крючок. Осталось два генератора. Ребята, видимо, трой пытается все-таки со мной играть. Пытаются все-таки спастись друг другу. Так, ну что, уже ранена? Она ранена, и можно определить по следам. Но я следов не вижу. Далеко убегать, конечно, не буду. Мы ушел неподалеку отсюда. Так, пытается слезть. Пытается слезть. Мы смотрим на нее, чтобы она не слезла. И, конечно, если что, мы поймаем сразу же. Ребята, спасайте свою красоточку. Я не вижу никого. Осталось два генератора и ребята где-то поблизости. Да-да-да, не поблизости. Нет-нет-нет, свежим... Да черт, два. Ребята, я иду с тобой. Я иду за свежим мясом, и что? Я... Через окошко. Хорошо, через окошко я иду с тобой, сейчас я тебя возьму. Я возьму тебя на вешу, интересно, это новое мясо или нет? Нет, резкий поворот не получился, врезалось в меня. Осталось два генератора и вешаем новое мясо. Есть крючочек, и поешли туда. Тут, в принципе, неподалеку. Пытается починить. Ну-ка, не сопротивляйся. Сопротивляется. Какая дерзкая-то. Сейчас повисишь, помучаешься, пострадаешь и покричишь, конечно же, вместе со мной. Ух ты, да, сущность забирает ее полностью, мы исчезаем, ищем остальных, друзья, и, конечно же, будем истреблять. Осталось три мэг, и будем, конечно, их искать. Они практически починили этот генератор. Так, ну что, нужно проверить остальные генераторы. У нас находятся еще наверху, находятся вон там, слишком далеко, и вон там. Нет, наверху не пытается починить, но где-то точно поблизости находится. Нет, здесь никого. Хорошо, пробежимся, наверное, вон туда, возможно, по пути кого-нибудь найдем. У нас как раз наверху этот генератор, его хорошо видно. Да, пытались его чинить, он маленько работает, но там не слышу звук, что его чинят. Так, у нас свежее мясо, они все пофиксились, и будем ожидать. Так, пытается... Нет, не пытается его починить. Нужно пробежаться, наверное, наверх. Нет, там тихо. Там тихо, и вон еще генератор. Ох ты, друзья, починили. Мы сейчас придем сюда. Мы сейчас придем сюда, и где же они? Так, вижу следы. Есть следы, где-то пробежали вот туда. Да, пробежались. Я чувствую. Я вижу эти следы. Где же дальше? Вот они. Вот наши следы. Они идут сюда, и идут следующим генератором. И точно вот сюда. Но тут я не вижу. То они уже обрываются, что ли? Секундочку. Все, уже они исчезли. Мы это дело повредим. Нет, не смогу повредить. Осталось последний генератор. И осталось три генератора. Где-то поблизости ребята точно заныкались. Их трое. И кажется, я вижу. Да-да-да-да-да-да. Я вижу, вижу, вижу. Нет-нет-нет, слишком рано. О, как оно ускорилось-то. Я так не умею. Моя хорошая. Сейчас я тебя все-таки, наверное, вот так сделаю. Она где-то туда. Да, я появляюсь. Я появляюсь внезапно на месте. И что ж ты будешь делать? Ты будешь, наверное, прыгать туда сюда. Она исчезла. Она убежала просто в другое место. Вот она убежала. Смотрите, довольно умна и хитра. Хитрый. Нет, побежала дальше. Был шум позади, но ничего страшного. Мы бежим за жертвой. У нас есть жертва. Я бегу на справа стороны. Я справа побегу. Я и слева смогу. Если что, я и слева. Да че, буквально чуток осталось, я смог ее захватить. Но все-таки через окошко. Мы тоже через окошко, быстренько за ней. Мы через окошко, оп, не тут-то было. Я тебя обманул и бежит прям к этим. Нет-нет, не успеет. Как раз неудобное место для меня. Она побежала налево. Она ушла наверх, она ушла обратно, что ли? Да что ж такое происходит? Вот она, вот моя голубка, иди сюда. Остался последний генератор, она меня отвлекает, а ребята чинят генераторы. Это, конечно, найс, но что, в прыжке ее. Обожаю эти моменты, когда в прыжке просто жертву берем и... Ох, был шум. Да, я знаю, тут пытались починить генератор. И где есть крючок? Есть крючочек, сейчас будет жертва. Новое мясо, надеюсь, ты висела не разок уже. И у тебя осталось буквально чуток хп. И сколько? 50 хп у тебя есть. Я пробегусь, наверное, туда. Нет, я не буду бегать. Да-да-да, жертва. Мучается, мучает, страдает, 50% жизни. И что же делать, друзья? Мы, наверное, исчезаем и будем, наверное, пробежимся вон туда. Там был шум. Так, спокойно. Я все-таки пробегусь, я все-таки рискну своей интуицией. Нет, тут никого нету, я одно дело повредить нужно и вернуться к нашей жертве. Возвращаемся к нашей жертве, точно пытается ее спусти. Я не хочу, конечно, отпускать троих, хотя бы двоих я сегодня хочу забрать. И что, появляемся.
Появляемся, если что, сразу будем бить. Бить по заднице, конечно же, нашей жертве. Давай же, мучись, страдай. Есть еще наверху генератор. Нет, его не пытались починить, но маленько он работает. Есть еще наверху генератор и остался последний. Где же вы находитесь? Ох, друзья, выход! Мы исчезаем, есть выход здесь, и здесь выход вон там. Интересно, куда они пойдут? Все-таки починили именно этот генератор, и куда же они побегут? Они побегут именно вот сюда. Да, вижу следы, я вижу, и я бегу к ним. Ну, друзья, момент истины наступает, они открывают двери, и вот она, моя аптечка. Моя хорошая, вот она. Я вижу по следам, побежали за ней. И кто же будет сегодня у нас третья жертва, интересно. Будешь интересно сегодня висеть на крючке? Эти заберем троих, это будет хорошая охотка, мне все понравилось. Не тут-то было, я тоже умен, я тоже хитер и коварен. Я же охотник. По сути дела, она через окошко, мы с правой стороны обойдем. Куда же делась-то? Я вижу следы, она решила меня запутать. И вот она моя жертва. Эх. Обожаю эту игру, и все-таки я ее взял. Берем ее за понятно за что, и берем ее, тащим, наверное, на крючок. Где же крючок поблизости, друзья? Я не вижу, есть крючок. Вот он, вот крючок, новогодние елочки горят, настроение у нас прекрасное, потому что ве повесили третью жертву. И кто же, что же будет делать четвертая наша жертва, которая осталась в одиночестве? Она, походу, будет убегать, потому что осталось буквально ей чуток, и я буду стоять, наверное, до конца, до последнего, но мне хочется все-таки ее найти. Но сперва она откроет двери, это точно. Возможно, уже открыла и просто убежала, друзья. Просто струсила и убежала. Вы видите ник на экране, кто у нас струсил. Ну что, друзья, вот такая была ходка у нас. Если все понравилось, продолжайте смотреть. Со спикера, до новых встреч, увидимся в других роликах. Спасибо, кто смотрел, кто болел. Всем пока.